принцесса Изабелла. Ваш жених, принц Фридрих, послал за вами корабль. Он ждет вас в порту. В самое ближайшее время отправляйтесь в церковь. Мы будем ждать вас там. И поможем вам бежать. Скажите только, когда. Здравствуйте. Добрый день. Как вы себя чувствуете? Ничего не болит? Не болит. Вы ночевали где-то здесь? Вы были так напуганы, просили меня остаться. Простите меня. Я... была очень больна. Что я наговорила? Не беспокойтесь, принцесса. Вам не за что извиняться. Я никогда не забуду. Вы меня спасли от смерти. Были со мной рядом. Большое спасибо. Но... Что? Мне неловко говорить. Все, что происходит с нами, невозможно. Никак. Нельзя. Входи. Повелитель, простите. Говори. Балибей пришел. У него важные новости.